eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Процессоры Intel, Transformer. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Хватит жить прошлым. Выбери Ultrabook. Ну что, ребят? Возвращаемся мы с вами в прямой эфир. Второй матч начнется с секунды на секунду, но я перед началом второго матча, это обычно делают наши аналитики, но я просто не могу вам не показать то, что произошло в конце прошлого матча. Вы просто смотрите, чтобы вы понимали, что делал Fly. Я показываю ту драку, вы смотрите, что сделал Fly в той драке. Вот что сделал Fly в той драке для начала, и об этом не знали. А теперь, ну, то есть, для меня это что-то невероятное. Ну, а сейчас вы понимаете, что я даже поставлю скорость 0.5, чтобы вы поняли, что произошло. Потому что я, наверное, я в жизни не видел настолько идеально сделанной драки, как сделали они. И вот смотрите. Fly начинает кастовать, я поставил на паузу. В ту же секунду этот уже разгоняется, и в ту же секунду третий, где этот третий друг? Уже здесь метит. Ну и дальше просто. Дальше просто нужно смотреть. Да? 0.5 скорость. 0.25, да. Давай даже 0.25. И смотрим на Флая. Вкастовывает. Можно смотреть второй матч? Поехали. Ну, вообще. Fly с Resolution играют в одной команде сколько? А вообще с первого дня, как Resolution начал играть в Dota, по-моему, не? Ну, мало того, что в одной команде, они еще в арене достаточно долгое время сидели бок о бок, наверное, да. Год? Каждый день? А то и больше. Ну, в итоге, собственно, вот ты правильно сказал в конце прошлой игры, что Империя выехала за счет АОЕ и за счет правильности юзания этих самых вот АОЕ. Но второй раз дадут ли им IG это сделать, я не знаю. Я думаю, это не единственная возможность выиграть у Team Empire. Не, я уверен, что это сыграли... не единственное. Я уверен, я что думаю... у них арсенал широкий. Ну, в принципе, достаточно широкий, чтобы удивить еще чем-то, кого-то и так далее. Ну, будем наблюдать. Пока. Но это Symphony of Skills. Просто да, это реально в Symphony of Skills. А в любом случае, соло мид Dark Seer довольно рискованное решение. Очень рискованное решение. Оно... Причем проигранный мид. По сути, проигранный мид. Да, отданный First Blood. Да, и Empire все-таки справились. IG сейчас должны разозлиться. IG сейчас должны дать понять. Так, почему? У нас кто-то не хочет. Пурум-пурум. Так все правильно, только у тебя должно загораться, это у тебя надо потрусить. Не. Ну что, ждем, и пока загрузятся у нас все. У нас звук в Dota TV почему-то не заходит, или нам кажется. Помогите нам разобраться, пожалуйста, Александр.
во время пика, если вам не тяжело. Спасибо. Начинается вторая игра. Invictus Gaming против Empire. Напомним еще раз, что это Best of 3. Победитель сегодня в 4 часа сыграет с Evil Geniuses. Проигравший занимает 4 место и уезжает домой с 15 тысячами долларов США. 10 seconds remaining. В принципе, тоже неплохо. Пометка G сейчас немного труднее. У них права на ошибку больше нет. Ну, они это знают. Минус Нага. Dire team ban. Кстати, Нага против Империи. Империя вообще Нага играла когда-то? По-моему, нет, на самом деле. Я не уверен просто. Может, уже IG боятся? Кто сейчас только этой Нагой не играл, да? Radiant team ban. Все, кому не лень. Отдадут ли IG сейчас Сандкинга? По-моему, сейчас Империя показала то, что не только китайцы могут этим героям успешно играть. Да. Ну, видишь, Сандкинг, он нужен под определенные моменты. Remaining. То есть он не всегда нужен remaining. Под... Да, ну и... Ждем мы сейчас с вами второй банк. Кстати, Кентавра забанили. Решили, что не надо этот герой. Не самый он приятный. И очень хорошо ими любят играть. Раз. Все нормально. Я тоже залетаю в Dota 2 ТВ. Заработали мы в Dota 2 ТВ. Громкие немножко, но ничего страшного. Так вот, слишком не понравился им YYF в матчах против... Нави в матче первом против себя. Ну и мы видим, что, ох ты, как быстро таймпайр пикают. Они берут очень сильную связку. Если инвокер будет играть через санстрайк, и добавится еще любой герой. Патма, Луна, Кентавр, что угодно. То этой связкой любого среднего и тоненького героя можно просто убрать мгновенно. Можно. Тут-то ты прав. 10 seconds remaining. Ой-ой-ой, Чуантрес. Чуантрес от Invictus Gaming. Ну и мы видим, что Бетрайдер для WWF, Enchantress для Чуаня, это уже герои очень серьезные. Что будут добирать? Тяжелая артиллерия, это все еще впереди. Имеется в виду Феррари. Бо. Надо банить Dragon Knight. Не нравится вот это начало от Invictus Gaming. ДК лучше избавиться и как-то оградить себя от пуша, потому что пока есть тонкий герой, которого можно убивать. Не, ну Бетрайдер это такой себе пушер, скажем так. Не, ну пушер, да, но он может находиться в кустах в то время, как команда пушит и подтаскивать им к товарам свежее мясо. Ну да, полетать, крипы поубивать. Скажем так. Третий бан Империи. Ну, то, что имперцы будут банить Эмбер Спирита, это 100%. Тут без вариантов. Не, он, ну, это понятно, они его забанили сразу и не думая, ну, типа... Ну, вот он, минус Драконайт, слушают они тебя. Может, они вообще нас слушают? Забаньте зомби. Что такое, прикинь, бум-бан зомби. Ого. Пикните к вапу. Вот, куда? Какая разница? Хардкерри. Лесная. Лесная к вапа. Лесная соломит квапа. Я уже рассказывал, что Пупи издевался как на Дэнди на Star Challenge или же Intel Challenge. Дэнди играл на лесной расте. Да. Почему бы и нет? На CM-ке. Лесная раста это... Минус Морф. Invictus Gaming банят героев. Ну, на Морфе играл, на Silent. Получалось неплохо. Мне интересно, почему это не бан Луны? На который Silent накатал уже 34 игры. Не боятся. Ну да, действительно, ничего бояться. Ну, может, не видят связок там, по-моему, черт его знает. По-моему, IG идут по своему плану, и вот они, честно, в виду имели. У них самое главное — это свой план. Shadow Demon плюс Луна — это уже связка. Когда у Луны 6 артефактов, Shadow Demon делает иллюзии, и Луна сносит базу иллюзиями. Да. Да-да. Еще он сейвит. Прошу заметить, что нету Дазля вообще. И Оперейшна вообще. О, кстати, да. Насчет аппарата. Его, по-моему, в прошлом пикабане. Я не помню, его не было, по-моему. Это удивительно.
А вот, кстати, против Инчита можно и аппарата взять. ХП-пул очень маленький, прироста силы нет у Инчи как такового. И аппарат для нее действительно очень-очень сильная проблема. Ну, если будет вписываться в стратегию, конечно же. Но именно Шторм. Третий пик команды Empire. Будет ли раскрывать свои карты прямо сейчас, брать героя для Сайлента или оставят на потом? Ничего удивительного. Покажите статистику Сайлента на Луне с учетом предыдущего матча. Она поменялась ровно на один. Винрейт вырос ровно на один. Количество побед, то есть, выросло на один. Ну и третий пик IG. Чем ответит на Луну? Воем? Собаки? А нет, в бане собака, сори. Воином. Ну вот чем отличается IG, что они не очень часто любят именно хардкерри героев. Ну как ту же Луну, они не особо часто берут для Луа. Ну а здесь уже выборы сейчас не останется. Какие-нибудь гирокоптеры. Вот и Дазл. Вот и Дазл. Для Фейта. У нас будет Энчантрес для Чуаня, понятное дело. Слушай, опять Санкинг. Не в бане, не в пике. Ну а нужен ли он? А почему нет? Герой, который спокойненько фармится в лесу, ну, зарабатывает себе драйгеры. Да, в принципе, герой неплохой. Эпицентр лишним не бывает. Ну, видишь, тут... Тем более против Дазлов, Энчантресов и Бэтрайдеров. Герои достаточно тощие. Имперцы знают, что делают. 5 seconds remaining. Reserve time. Четвертый пик. 30 секунд бонус тайма. Ну, долго думает. Маг, понятное дело, переживает, ребята. Это победа, и они уже в топ-3 Старладера. Вот играть против ЕГЭ, ух. Клокверк для мага. Ну, предыдущая игра у него очень даже удалась. Да. Очень вовремя он появился на карте, только вот получил 6-й уровень, и он уже принял участие в первом файте на медле. Чем будет инвокера в миде гнобить IG? Надо сейчас брать, но сейчас понятно, остался соло мид герой и хардкерри. Надо выбирать. Бэтрайдер здесь не, не может пойти? Remaining. А? Бэтрайдер не может в мид пойти? Нет, IG нет. Против инвокера точно нет. Это ВВФ 1000%. Reserve time. Отвечаю. На пацана. Шутка. На пацана нельзя. Какие-то законы. Shadow Field. Dire team there. Рисковый достаточно шаг. Да, рисковый. Что, но SF на это... зал его одобряет. SF это такая штука, которая если вначале чуть-чуть просядет, может потом в игру вообще не вернуться. Да, SF это такая штука, что может всякое случиться. Минус Рейс Скинг. Radiant Team Ban. Чуань, 5 матчей. 80% винрейт на Enchantress. Одна смерть в среднем. Это как? Не умирает Чуань на Enchantress. Офигеть. Минус Sun King от Invictus Gaming. Да. Не дают они взять Империи. Ну, я знаю, что может появиться у Флая. Визажи. Визаж, Operation. Лишрак. Лишрак. Лишрак, да. Визаж, Operation, Лишрак. Три героя. Где ваши ставки, господа? 10 seconds remaining. Времени очень мало остается. 20 секунд буквально. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. Венга! Почему нет? Плюс армор, плюс стан, плюс свап. Ой, плюс армор, извиняюсь, плюс атака, конечно же. Ну, Венга Луна, да. СФ очень тонкий на начальной стадии игры, и если получится у Флая загангать, а с Shadow Демоном из смока можно держать СФа в таком страхе постоянно очень-очень длительное время. Есть такое. Тем более инвокер такой пацан, к которому приходить гангать очень даже удобно.
Old Snap, Sunstrike, что угодно. Любым спылом он поможет. Даже если это будет торнадо. С EMP. Ну и что? Антимаг. Какой-то не антимаг тут никуда. Лансер. Были уже одни недавно. Взяли Лансер. Virtus.pro, не ошибаюсь, тоже против Империи. Они с Лардар Ли. Поддазлят ССФ. Неплохо, кстати. И тьма минус армора. Кстати, неплохо. Это вполне сносный вариант. Опять мы подсказали IG всю стратегию. Ну, блин, без нас вообще тут, мне кажется, игра бы не состоялась. Как бы Чуань вообще без нас что-либо выиграл? Прям не ясно как-то. Ну и вот они. Лу, Чуань, Фейт, YVF, Феррари справа налево. А там дальше в зеленых наушниках Пайер. И мы начинаем второй матч. Задумка IG очень интересная, но потенциально Empire намного сильнее. Ну вообще да, просто у IG опять-таки огромное количество минус армора. Учитывая еще у IG всего лишь один стан AOE с Лардара, и без даггера он трудно реализуем. Ну и Бэтрайдер с Лассо, опять же, без даггера очень трудно зацепить. То есть ну, надо время, надо даггера. Да, это минус, но в любом случае. Тут все очень много будет зависеть от Чуаня, который либо выходит с лесным крипом и кого-то цепляет. Этот умеет играть на Enchantress, в этом никто не сомневается. Ладно, на Бэтрайдере играет YVF, Фейт играет на Дазле, на SF играет Феррари, Чуань играет на Enchantress и... Ло, Алексей играет на Сладаре. Ваши аплодисменты, Invictus Gaming! Эх, сука, тихо. Чуаню не хлопает, эх. Против них на Клокверке Мак, на Инвокере Резолюшн, на Луне Сайлент, Флай играет на Шедоу Демоне, и Ванскор играет на Винге. Они ведут со счетом 1-0. Empire! Как-то повеселее. Веселее. Хотят наши зрители, чтобы против ЕГЭ играли, наверное, имперцы, а не IG. Да и против ДК, наверное, хотят, чтобы играли имперцы, а не IG. Кто его знает? Ну, в любом случае, если Empire планирует стать, например, чемпионами StarLadder, им надо готовиться сегодня к очень долгому дню. The battle begins. Поехали. Разбирает руну Бэтрайдер на глазах у Флая. Не та руна, с которой можно что-то почудить на оффлейне. Ну и по линиям мы уже, когда встретятся команды, наверное, поразговариваем. Ну, в принципе, очевидно все, но все равно. Самое интересное будет однозначно в мине. Резолюшн против Феррари. Молодняк. Вообще, что-то соломидеры, тем моложе, тем лучше. Артизи, Феррари, Резолюшн. Ну, мотивация Дэнди, гораздо Дэнди больше. Дэнди старичок вот это. Мотивация очень жесткая, тем более им подниматься гораздо проще, посмотрев демки, записи и так далее, ты уже Майк. Начинаешь. Это... Не, ну просто понимаешь, когда тебе 16, когда ты шпилишь, у тебя какая забота? Это написать уроки за 20 минут, да? И шпилить, тренироваться. А когда тебе 23, тебе надо уже пойти с друзьяшками на пиво, пойти с девчушкой у кино и так далее, и так далее, и так далее. Слишком много мусора в голове, скажу так. Не о крипах думаешь уже. Да. Не о крипах думаешь, действительно. Может быть. Ну что, маг сложный. Фейт выгоняет. Пока. Кси тут тоже рядом. Ну, мага, понятное дело, гонять пока он не может. Ну и Чуантрес тоже. Это Чуантрес. От Чуантреса сейчас очень много зависит на начальной стадии игры. Если он не сможет загангать Empire, то пол игры будет слита. Да, ну, Сайлент пока фармит. Мы видим здесь Fly и Ванскор делают. Ну, то, что они лучше всего делать умеют. Не дают линии пушиться, скажем так, да. И понятное дело, что YVF будет пытаться воровать это дело. Пытаться воровать экспу. Да. Ну, это
По крайней мере, это у него получается. Потому что запулили ребят сюда, и мы не потратим зарабатывать второй левел. То, что ему надо, есть Firefly, есть уже Напалм, можно плевать. Dire's middle tower is under attack. Уже дела попроще. Ну и в медле, по крипстату. Все. В медле по крипстату все плохо для Романа. И причем это довольно странно, потому что SF на первых левелах обычно наоборот. Не самым полезным образом действует на линии. Может, волнуется немного резолюшн. Да ну как, в первой игре уже должно было быть это волнение. Мага могут быть проблемы, проходит стан, позже. Маг. Есть коги. Закрывает в когах. Укси проблемы. Это фейлсбаты тут же могут забрать и второго. Фейт отсюда не уйдет. Грейва нет. Это второй килл. By Team Empire. Как же грамотно байтил маг. Просто все читал до конца. Мидя проблемы. У Феррари залетается страйк. Не только Феррари. Все равно в констепе. Феррари проседает. И Феррари тоже умирает. Здесь хорошо, как лоу по двоим. Тут же Enchantress. Тут же Фейт минус резолюшн точно. Погоня будет за Флаем. За Флаем. Флай. Убежит ли? Стан будет через секунду. Вот он стан. Флай. Нет себе спрятать. Флай пытается мансовать до конца. Никто ему не поможет. Флай. И это жестокая МС от команды IG. Хотя а здесь ванскор. Есть стан. А достанет ли? Нет, не достает. Отличный ответ просто от IG. И моментально сейчас становится 4-3 просто. Ой-ой, резолюшн. И полетел Луо до конца. Здесь стан в Луо. Стопит. Как хорошо, чувак, еще одно ТП. Какой экшен у нас пошел. Шадоу демон. Флай. Спрятал. Санстрайк. Точный. Кси на два выстрела. И не хватит. Чуань под антачевлом, трудно бить. 7 хп осталось там у Кси. Чуань, Флай расстреливает. Чуань расстреливает Флая и... Тычечка! 3 хп у Флая! 3 хп! 5-4, Империя выходит вперед. 7 хп ушел, 3 хп ушел Флай. Вот это двухминуточку выдали команды. 9 фрагов за 2 минуты. Если вы пропустили это... Нафига вы вообще в доту играете? Бросайте, не знаю, курить, заваривать чаи во время доты. Да, это было что-то. Продолжаем. Ну, не успели мы просто отдать должное магу за его чудесный форсблат. Великолепно. Просто настолько он был хладнокровен, он мог поставить эти коги сразу и бежать, но довел за собой Слардара до конца под вышкой, чтобы он знал, что никуда он не денется уже от сейф ТП. Причем Слардар, по-моему, ни одного удара так и не дал. Он бежал, постоянно вот эти батарейки его били. Маг. Так. Тут опять проблемы огромные у мага. Я не знаю, сможет ли он что-либо здесь сделать. Тэп-аут. Красава, маг. Изи. 5-4. По-прежнему Империя впереди. Все это время никто вообще ничего не говорил Сайленту. Сайлент там своя игра. У него все спокойно. Меня никто не трогает. Я тоже никого не трогаю. Я трогаю только ваших крипов. Да. А где был Бетрайдер? А Бетрайдер плотненько... Красавчик. Он ушел туда, куда обычно уходит Бетрайдер. Ну да, в мир иной. Ну, фактически. Мир лесной. Мир лесной. Шестая минута игры. Сайлента, понятное дело, лучший крипстат на карте, но Феррари, который передвигается по карте и который умирал один раз, никого не убивал, в любом случае имеет просто чудесный крипстат. Ну, это Феррари. Немножко приблизился к нему резолюшн, но тут мы видим вечные торнадо от Чуаня. Куда же без них. И не весело здесь резолюшн, но вынужден он ждать, пока линия подойдет и обходить вот этот торнадо как-то, который мешает. Закончилось, станет попроще. Да, ну что ж. Успокоилась игра немного. Да, ждем продолжения, потому что что-то такой темп набрали ребята, решили сами, наверное, алло, харес ТП. Давайте поразмереннее как-то в ВВФ. Никто не понимает, выигрывает он или проигрывает в этих драках. Да тупо месиво просто. И все. Причем нон-стоп какой-то месиво. Ты смотри, интересная такая штучка здесь стояла постоянно. Не обращал внимания, ткнул ее Флай. Ничто не скроется от взгляда этого гигантского глаза, написано. Ну окей. Как скажете. Раз так, значит на так. Мага. Маг ставит коги и просто отходит. Маг получил 6-й уровень. У него есть волшебный крюк, с помощью которого он может кому-то
создать проблемы. Стан, YYF. Прячет ШД, тут же подходит Сайлент, у него если что есть эклип, но тут достаточно Санстрайка. Килл забирает Shadow Demon. Ну и это уже шестой фраг команды Empire. На два фрага они сейчас отрываются от Invictus Gaming. И мы видим Silent. Получил экспу уже за фраг, ну и ВВФа. Чуань, хукшот, закрывает в когах. Тут же батареечки, дебаф висит, и Чуань тоже в таверну. Маг, у мага могут быть траблы, идет сюда Феррари. И огромные траблы у мага, его избивают, хотя... Маг сейчас топьется... Спрятали СФ, и все. Батлом и просто улетит отсюда на тэп-аут. Бэтрайдер поливает флая. Есть еще и лассо, флай бежит, здесь же маг уже отпился. Маг просто прикрывает собой флая, и все. 7-4. Блин, как хорошо играет Empire. Прям... Опять же, маг так здорово задает темп игре. Ну, вот действительно, только получил шестой уровень. Не, ну так и должно быть. То есть, как бы, то, как мы говорим, что как только появляются важные артефакты либо левела, надо их давать. Не надо просто стоять на линии или там, не знаю, тупить. Ну, это неправильно. Так же, как и саппорты, когда они понимают, что у вас есть какие-то важные вещи, то есть важный левел, не знаю, там, или... что-то там, какой-то БКБ или Мека. Покупай смоук, иди атакуй, все правильно, не надо стоять. А то, что ты стоишь, хуже твоему сопернику точно не станет. Например, Слаждар получил заветный левел. Да. Что будет делать? Но поздновато, кстати. Как ну, очень ну, поздновато. Два раза умирал. Девятая минута. По карте, да. Ну, это очень-очень плохой результат, но в любом случае ему мало шестого. То есть намного-намного выше уровень, и мы это прекрасно понимаем. Radiant's top tower is under attack. Ну, тут мы видим тем временем Сайлент. Действительно, уже дошел до вышки. У Сайлента есть ПТ, есть уже Band of Elven Skin и 1000 денег сверху. Так же, как и... Опять же, будет, наверное, Базилька. Быстрая Яша. Да, ну, понятно. Нет. А потом, ну, сначала он соберет Доминатора, потом выйдет в Яшу, а потом в БКБ. Как и в прошлой игре. Причем в этой игре БКБ, в принципе, поважнее будет даже, чем в прошлой. Причем в разы так поважнее. ВВФ просто одним бимом 3 кп снимается. ВВФ от тапок и... Ну, все правильно. Вот так вот. Ну, левел. That's interesting. Очень нужен резолюшн левел. Да. Он это прекрасно понимает. Как лучше всего взять левел? Правильно. Вот так. То, что надо, скажем так. Палево давно пора было сваливать друг друга. Спалили друг друга и поняли, что... И, ой, всем так, знаешь, неудобно стало сразу. Типа, ну, Чуаню, магу, такой, не-не-не, мы тут... Мы посмотреть пришли. Чуань, только без обид, только без обид, дружище. Все давай вот без этих троллей твоих. По-прежнему Сайленту никто даже толком не мешает. Это ошибка. Ошибка команда IG. Причем второй раз подряд они ее делают. В предыдущей игре было абсолютно то же самое. Но это... Это заслуженность саппортов команды Team Empire. Потому что они не дают расслабиться команде IG ни на минуту. Они не дают возможности просто взять и пойти сделать что-то на топе. Ну да, 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 это правильно. Как бы нон-стоп экшен устраивает то, о чем мы говорили. Ни в коем случае нельзя отдыхать, потому что ты даешь же время. А время в доте это все. Больше, чем деньги. Так, вверх. Хукшот. На Феррари. Тут же ТП. Тут же Санстрайк. Феррари погиб точно. Уйдет ли маг? Там прячет Shadow Demon. И каждый в разные стороны разбежался. 2 ТП. Резолюшн. Проблема резолюшена. А, нет. Дебаф. Дебаф от Флая. Боже. Ну, Флай тут погибает. Да, тут Флай с собой. По сути, спас двоих Флай. Флай сделал все великолепно. Они забрали СФа. Тем временем на топе под фортификейшном. С дабл дэмэджем здесь Клокерка. Они просто откуда у него дабл дэмэдж взялся? Он только что убивался. Вот ли был. А, может быть. Ну и вышечка падает, забирает ее Сайлент. Как нельзя лучше все сейчас складывается для мейн-керри команды Team Empire. Бэтрайдер запрыгнулся по Сайлента, подтаскивает, через дазл, Poison Touch висит, стан, помогу. Ну тут свапку, хорошо, ванскорый на развороте, вот он Эклипс, Эклипс очень хороший, Феррари, даблкил! И можно убивать также Сайлента, отличная игра от IG, минус 3. Да, вот он появился даггер у Бэтрайдера, мгновенная реализация просто. То, что надо. И тут же даггер. Бэтрайдера реализован идеально. Вот целый день мы говорим о том, что получаешь шмотки, реализовывай. Получаешь левел, реализовывай. IG это делает. Ну, в принципе, Empire тоже.
Ну, имперцы неплохо так набили много сефа. Ну, это такое. Сеф все равно чувствует себя, в принципе, великолепно. Он все равно нафармит, это же СФ. А мы видим, в итоге Тавр немножко подпушил здесь Феррари и отбежал, ну а в виде Резолюшн. Резолюшн Тавр заберет. Резолюшн, кстати, уже 11 левел. Купил Мидас, был 8. Тавр забирает, и ВВФ не заденайл. Что будет появляться? Будет ли это... Да, ну, должен будет быть Форстав. Форстав или же Некра? Ну, кстати, оба варианта имеют право на состояние. Форжи с Некрами — это очень сильная замута. Прям даже не знаю. Это, в принципе, вариант. Просто больше некому собирать Некра. А одна пачка Некров — это такое себе удовольствие. Не самое лучшее, скажем. Ну, включил я уже Нетворс, выключать не буду. Мы видим, что по деньгам у Империи, да, есть преимущество довольно большое, и оно ни в какой момент не переворачивается. Там время трипл килла, да, чуть-чуть перевернулось. Цепляют медле, мага. Ну, тут дальше на мага не рискнули прыгать. Сразу же ТП. Маг! В двоих! Одного, правда, закрыл. Санстрайк. Фейта. Попадает. Фейт спасает себя, и маг может умереть. Свапает его. Нет. Ну, Фейта тут убьют. А да, маг, флай на него накидал. Маг, проблемы у мага, и маг сгорает, забрал его чатрес. Ой, как разложили Империю здесь четко. Вот слишком далеко залетел маг, и не в двоих, я имею в виду. Если бы залетел в двоих, было бы намного круче. Что залетел он в итоге в одного приста, которого, к тому же, не могут они очень быстро убить. Даже со страйком, который себя спасает. И в итоге теряет еще раз троих. И сейчас потеряет Tower Empire. 1-10, IG вышли вперед. Впервые в этом матче. Они не впервые, уже выходили один раз. Выходили, когда но... экшену тот был. По графикам все вроде пока неплохо. Ну, вот сейчас Tower упадет. За Denial и дало на это мир. Такие маленькие подщечины, знаешь, вот эти Denial вышек, типа, оп, давай, хочешь что-то сделать, прыгай. Не можешь, все, стянись. Луны, левел 11, и начинает он делать посох Черного Короля. Следующим артефактом. У Слардана до 11-го еще нет. У СФ 11-го тоже еще нет. Ну, Presence of Dark Lord уже начинает качать. Что, конечно же, логично. При наличии Дазла и Слардара. Так вот, по поводу Нетворса. Два топовых Нетворса, да, у Империи. Ну, а дальше 4 подряд команды IG. И вот у Клакверка за счет того, что он постоянно врывается и фактически умирает, Нетворс Миди восстановился. И Чантрес уже... обгоняет, например. Ну, маг сейчас начинает собирать грамотный для этого дела артефакт. Говорит, если я так буду продолжать играть, то мне это просто необходимо. Да, это правильно. Снизу, видим, напрягает Слардара. Бросил, да, рокет. Говорит, на, Слардар, тебе рокет. Резолюшн все же форстав. Ну, это правильно. Это абсолютно верно. Вот мы видим Феррари. Ну, понятно, что собирает Феррари. Си. Прыгает. Прыгает на вингу, начинает ее бить. Пошел на утонуло. Чуань живой. ВВФ оттолкнули. ВВФ живой. Чуань живой. ВВФ отбирает от клейпа нереального. СФ разгоставался. Ну, минус очень 2. Далеко. Уже очень минус далеко. 2. СФ, СФ на хайграунде его бьют. Минус 3. Старт Си. Идеальный. Мак умер. Си красавчик. Си тоже умрет. Минус 4. Фейт. Фейта. Фейт. Минус 5. Ультра килл от Сайлента. Рошан тоже погибнет. Понятное дело. И у Сайлента... БКБ сейчас приблизилось просто вот... А ну, еще Рошан его. Все, Сайленту сейчас действительно чуть не на БКБ нафармил. За эту драку сделал этот ультракилл. В чем была ошибка IG здесь? Не надо было прыгать на вингу. Зачем он прыгал на вингу? Если бы Слардар запрыгнул на Рошана и дал ауестам четверым, все, убили бы, Салат бы убили. Подбежал бы СФ, разультился. Они увидели вингу на хайграунде, они решили, давайте убьем вингу. А зачем? Сайлент же стоит с лоу-граунда, нет крипов, вы получите эклипс. Есть, зачем? Есть небольшая задумка. Если бы Бэтрайдер прыгнул, пока Винга живая, он бы высвопал цель и засейвили. Ну да. Вингу надо было убить, но не такой ценой. Да. Ну, типа, единственный стан у IG — это Слардар. Единственный. Все. То есть, ну, чем ульту, чем Луну фокусить, кроме Слардара, не ясно. И тут Слардар прыгает, все остальные подлетают и говорят, давай, Сайлент, ульти. Ошибка. Ошибка IG, нельзя так. Так можно игру проиграть. Ну, Резолюшн тоже заработал довольно много левелов, понятное дело. Ну и вот теперь будет собирать уже, наверное, книжку. Да. Хотя, может быть, Юл какой-нибудь. Да, ну тоже вариант, или Дагон. Против Бэтрайдера это очень даже. Если вдруг высвопать нечем, то можно и заюлить. Да, побольше контроля. Ну, мало контроля никогда не бывает. Так вот, а если мы говорим опять-таки о том, что... Вот, то, о чем я хотел сказать, Сайлент только что сделал. О том, что действительно там один стан.
Все, может, ну его может, этот на, ну его нафиг короля. И снизу, отличный шот, ВВФ. Тут он улетает, и поймает ли его? Поймает. Маг на хосте поймает. Ну и Тавр снизу сейчас будет забирать ванскор вместе с магом. Это размен на топе. На топе тем временем Феррари на СФ забирает тоже вышку, и вот у него-то будет... Все хорошо. Да, тут Резолюшн зашел за Тавром. Ладно, поехали. Форт Спириты танкуют. Я все же не крал. Ну, это правильно, это правильно. Ну, догон... Не, не догон, я хотел Юл. А, не, ну... Есть винда. Слишком... Много чести одного Бэтрайдера, скажем. Ну и что, неужели пойдет размен Т2 на Т2? Вот это вот уже Империи ни к чему, я думаю. Флай. Должны А что это было? Ну, он пытается. Свап. Вытащили Флая. Стан. Слардара. Вейвов террор. Сюда же Стан Страйк. Как же классно. Его сейвят. Всем, чем можно. Чуть не умер в итоге. Как так получилось-то? Там был один флай, в итоге Слардар чуть не умер. А снизу Тауэр-то продолжает падать. Здесь цепанули Сайлента. В Сайлента нет БКБ, и никто его не спасает. Минус Эггис на ровном месте, и он тут один против троих. Сайлент. И до свидания, Сайлент. Ну, это такой провал. Ну, правда, на топе что-то там произошло. А, убили Дазла. Убили Дазла. Ну, это не очень размен Дазла на Аегис и Сайлента. Сайлент остался снизу один, и, понятно, его, дело его тут же наказали. Залюшин уже собрал книжку первую. 17-13. Гляну я графики. Вот такие вот графики по деньгам. И вот такие вот графики по XP. В принципе, одинаковые. По одинаковому они хороши для одной из команд. У мага появилась заветная бронька. Да, теперь маг станет неприятно приносить колючим. Приносить чуть больше дэмэджа. Неприятно колючим. Очень колючим. Ну и для каких-то слардаров это действительно проблема. Что ван скоро, совсем скоро мека появится. Потихонечку, потихонечку, но к ней пришел. Не самое тайминговое, но... Ну на винге, на 20-й минуте, там... Нет, ну все равно не самое тайминговое, конечно. Побыстрее надо было бы. Все же, думаю, сейчас Айланд призадумался насчет артефакта, который он проигнорировал. Да, думаю, так, ладно. В следующий раз. 100%. Ну, или в следующей игре. Кто его знает. Я надеюсь. Точнее, не я надеюсь, Сайлент надеется, что в следующей игре... Что эта игра будет против американцев, да, не против китайцев. Ну, не знаю, не знаю. Это понятно, что Сайлент на это надеется. Но там есть вот на правой части сцены ребятки, которые думают немножко поиначе. Сайлент и Т2 Тауэр. Часть вторая. Пришел НС, передает всем привет. Цепляю. Нет! Бэтрайдер! Не зацепил! Прокляли, можно свапать! Нет, не дотянулся. Ой, как хорошо! Ксим врывается по твоим! И Луна без БКБ ее едва-едва спасает! Какой фейл! Опять-таки здесь! Не уйдет он никуда! Это такой провал! Вот, Серег, Ксим, конечно, умрет здесь! Да, но тут СФ! Минус Резолюшн! А уже минус 3! И маг что, пытается здесь магу бежать? Сайлент за это БКБ, Империя за это БКБ будет очень серьезно наказаны. Минус 4. За это БКБ они будут очень серьезно наказаны. Провалился Бэтрайдер. Я думал, что вроде уже все неплохо. Но вот действительно у Сайлента было БКБ, он бы нажал Эклипс и... И все умерли бы. И все бы умерли. Второй раз подряд. Сейчас уже понимает IG. Там нет БКБ, у нас есть шанс. Мы должны выиграть сейчас каждую драку абсолютно. И IG начинает оформлять камбэк. Ой-ой-ой-ой-ой. Зато у него есть Мантастайл. Мантастайл — это круто, но пока у иллюзии ХП с Гулькин... Не, ну что, их там 1000. Аж. Один койл от СФ, а иллюзий нет. Ну ничего. Он откатится, да, и Мантастайл? Да. Ну и перевороты. Туда-назад. Вот вся игра у нас идет так. Туда-назад, туда-назад. Ну, ошибка это была. Не собирать БКБ, уйти в этот дэмэдж. Да, чуть поднадбавил ХП, чуть прибавил статов. Окей, это уже логично. То есть тут уже, тут, ну что уже поделаешь? Ну окей, соберет же, понятное дело. Сайлент. Райдер и Цепляю. Еще раз минус Сайлент. Скушал стики. Кто-нибудь!
Но Цваб. И тут же Кси за ним. Клич. Аутует, но Клоперг. Да ладно! Да ладно! 40 хп у Сайлента остается. Империя засейвила своего мейн-керри и практически подарила ему пол того самого артефакта. Это такая халява! А вот это нет. Хорошо, Феррари, Феррари по ванскору, есть ТП, это Флай, Феррари БКБ, начинает ультовать, Флай проклинает его, чтобы Феррари далеко не шел. Феррари ультанул, в принципе, не очень хорошо для себя, ну и потратил БКБ. Но в итоге 2 в 1, Сайлента таки забрали, потеряли двоих, неужели будут гнаться они? Неужели не будут гнаться? Из Чуантрес, аккуратней. Такие пацаны. Чуантрес, Чуантрес, на себя крипом вставила и убежала. 20-18. Империя впереди. 23-я минута матча. Это очень жестко было. Вот появление Феррари я там никак не ожидал. Ну да, все побежали. Ну там очень долго просто эту луну убивали. За это время можно было, я не знаю, откуда прибежать. Из другой игры. Из Лола перейти в Доту. Просто. И успеть прибежать. Почему бы и нет? Ну и у Резолюшена появляется все-таки артефакт третьего уровня. Да, довольно быстро гриданул он. Но это по деньгам, мы видим, остается так же. По XP опять немножечко сейчас Empire отрывается. Ну, по деньгам все больше и больше преимущества. Но вы понимаете, что инфляция в Доте ужасная. 10 тысяч на 20-й минуте, 10 тысяч на 30-й – это совершенно разные цифры. Деньги обесцениваются, чем ближе конец игры. Классная инфа. Угу. Это очень важная инфа. Жалко, что у команды ее нет. Да. Было бы интереснее, на самом деле. Серьезно? Какие просто, да, какие зарубы бы начинались. Не, ну вообще да, было бы интереснее. Так что это такое. Ну что, Resolution взял 16 уровень. Он, в принципе, максимальный санстрайк имеется. Еще немножечко гридануть взор. Да, в принципе, все уже окей у него. Аганим сюда и все, и поехали. Я думаю, будет появляться неганим, какой-нибудь хекс для контроля Слардара, для контроля СФа, когда у него БКБ станет 4-секундным, а наваливать он будет... А, знаю, Феррари он тебе новое купит. Это же Феррари. А, ну вообще, да, что-то я... Тут не бывает 4-секундного БКБ, это китайская дота. Да, тут бывает 3 4-секундных БКБ и 1 10-секундное. И все в одной курице. Привет за СМДжею. Да, огромный привет за СМДжею. Мы его любим, уважаем. И никогда в Киев не привезем. Так, опять на Сайлента. И на этот раз вряд ли ему кто-либо поможет. Сайлент пытается еще выжить, и его опять убили. Ну что же, Empire отсюда должны уходить. Тауэр падает. Бэтрайдер. А тут будут вдогонку, скорее всего. Конечно, будут. Там с ДД Феррари. Они тут заберут 2-3 Тавра. И идет дальше Феррари. Они заберут Т2. Должны забирать Т2. Тут пытается как-то эдалонами отбиваться. Больно в Феррари, кстати. Смотря на то, что у него есть ДД, хп это ему не добавляет. Так, ну что, Т2 тавер бьют китайцы. Нет, Т2 здесь упадет. 30 секунд целых не будет Сайлента, поэтому ну, без вопросов. Самое главное, чтобы... Вот так, чтобы никто не подставился, только я хотел сказать, Флай тоже умирает. Но его не надо свапать, потому что умрет еще и Винга. Флай умер. Мега килл. Я не знаю. Ну вот как знаю, бы тавер вы отдаете 100%. Прям 100%. Вы его не потому дефаете. Потому что мы пилоты. Это наше. Я не знаю. У меня нет объяснения некоторым ошибкам. Немножечко нервничают, хотят побыстрее. Думают, ребята, у нас по баблу все хорошо, мы сейчас выиграем. Но тут нет, ничего хорошего у них по баблу нету. Пожалуйста. Опа! За одну драку. И здесь. Ну это два тавера. Да, это два тавера. И очередной раз минус Луна. Шестой уже раз. Мама дорогая. Вначале Сайлента просто не трогали, и Сайлент решил из-за этого немного чуть-чуть... Похалявить. Похалявить, да, не собрать в нужном порядке артефакты, и вот чем это наказывается. Ну реально, он переживает же... Да, ну все... Лассо. Ну да? Лассо он переживает, а дальше... А вот после ему надо нажимать БКБ и жить. А как, где, не ясно. А кнопки нет. Ну и игра входит в один из самых важнейших, в одну из самых важнейших стадий, возможно, в один из самых важнейших моментов вообще. Вот Феррари в миде, палится, что у него есть баттерфляй. Я думал, он будет не показывать до конца. Ну, думаю, смысла это не имеет, он на крипах он где-то появится, и вот тут же... Да, тут мы видим спалил Форд Спирит, что хорошо, но подошел к Феррари. Здесь стоит Сатир. Сатир убивака.
скажем так, такой серьезный сатирубивак. Даже отсюда слышно, как дают инфу и одна, и другая команда очень громко. Нон-стоп, клацают. Так, вот Resolution наткнулся на сатира Чуаневского. И Resolution начал бить Рошана. Тут же и Винга. Рокет палит всю движуху. Рокет там сейчас маг. Рошан продолжает падать. Ну и что же сейчас будет? Выбав террор. Так, на Резолюшена спрятали очень четко. Там встанет. Где? Резолюшен забрал Аегис. И Сайлент тут сейчас ультует. Сайлент ультует он. Чуаня спасли. Нормально. Фейт едва живой. Сайлент выжил. Феррари. Феррари. Как больно делает Феррари всем. Феррари продолжает расстреливать Империю. Феррари минус 3. Феррари. Ну что? Не уйдет Резолюшен. Не отпустит, Amplify Damage совсем скоро, закинулся на хайграунд тут же. Но это вряд ли ему поможет. Да, может и поможет. Помогло. Но в итоге 0 в 2 взамен. Не, 0 в 2 и минус Aegis. 0 в 3 считай. 0 в 3. И опять погиб. И опять Silent. Погиб Silent, что самое важное. И опять ульт Silent залетел немножечко по Чуаню, которого засейвил Дазл. По Дазлу он не летал и по БКБ Феррари. Все. IG перевернули эту игру. Все, догнали по XP уже. Я на самом деле не знаю, как законтрить здесь SF-а. Ну, уже очень никак. Трудно. Очень трудно. Ждать только, когда у него будет 4-секундное БКБ, быстро кончается какими-нибудь хиксами и эклипсами его контролить. Да. Но больше никак. Ну, думаю, он не опустит до этого. Только будет 4-секундное и пересоберет. Ну, и у него дальше будет продолжать появляться... артефакты все мощнее и мощнее. Мы понимаем, что там появится скоро сатаник какой-то. И... будет Империи еще менее приятно. Ну, Рошанчик, конечно, упавший в копилку Империи, немного по золоту их подкрепил. Вот то, что Аеги сразу же дропнули, это неприятно. Ну, по золоту у них преимущество всю игру, там, причем огромное. И как бы мы видим, что на драках это не особо сказывается последних 5-7 минут. Так что одним Рошаном больше, одним меньше. Вот если бы Луна там взяла Аеги, это было бы правильно. Но вот взял Resolution. Что его цепляли, и он думал, что он там умрет. Ну, он в итоге и умер. Но было бы правильнее, если бы взяла бы Луна. Да, возможно, уже бы был бы БКБ. Да, а так надо еще, опять-таки, надо немножко денег. И в каждую секунду ждут сейчас Empire, что на них нападут. Просто в каждую. Да, Бэтрайдер здесь шухеру наводит плотненько. 1-4-14. Такой жесткий этот ВВФ. В 15 киллах из 22 поучаствовал. Ну, потому что это ВВФ. Ну, маг, кстати, на Бэтрайдере отыгрывает точно так же всегда. Вот смотри, вообще перестали сейчас что-либо делать имперцы. Они ждали вот... Вот. Radiant's top tower is under attack. Аплодисменты Сайленту. Что, наконец-то? Да. Лучше поздно, чем никогда. Да. Ну, в любом случае, это поменяет немножечко сейчас. Это поменяет, игры. Я не спорю. Но там и за это время тоже что-то появилось. Да, конечно, там SF мы видели в прошлой драке SF, который уже наваливает так, что ему, в принципе, уже Луна вообще не проблема. Ему надо, чтобы Луна имела в разы побольше шмота. Да, есть такая штука. И Чуань тут напаливает тоже. Чуань, мы видим, пока не начал он делать аганим, как он любит иногда делать. Тут 31 минута, пора бы уже, Чуань. Форстав, мека, урна, маловат. Бэтрайдер опять не достал. Вот он тут полетал за то здесь. Ну его подцепить тоже не смогли, поэтому... Но его подцепить может только Винга с вапом, и то надо как-то ударить, чтобы он не сделал блинкаут. Ну и начинается у нас стадия игры, когда команды друг друга очень сильно боятся. И вот видишь, чем отличается игра на Луне в прошлом матче команды Empire и в этом. В прошлом матче они не боялись вообще никого. На флая, прыжок! И ты смотри, вот там БКБ спреют! Будет ли байбек? Байбека не будет. Спрятали Чуаня. Чуаня засловили. Чуань, там Бэтрайдер прыгает, цепляет кого-то. Бэтрайдер высвапывает тут же от Бэтрайдера подальше. Феррари не может никого бить. Он только-только-только начал бить. Феррари БКБ ультует. Все разбежались. Ага, а здесь Сайлент, а здесь Сайлент. Сайлент, Сайлент до конца. И друг друга развалили. Резолюшен едва живой. Флай едва живой. 3 в 2. О боже, какая драка.
Что он здесь делает? Ладно. Ну и это было весело. Человек припарковался просто. Да, но мне больше интересно, почему не успел прожать... Решил нахалявить опять-таки Кси, когда прыгнул на флайер. Да. Если бы он прожал БКБ, его бы не убили. А так его очень быстро подцепили и все. Он и подумал, что Сайлент может без БКБ, и я могу. Да. И закончилось это все примерно одинаково. Да, ну два основных героя умирают. Теряет стрик Феррари. Теряет Слардар. Ну нет, Слардар ничего не теряет. Зато Феррари потерял еще одно БКБ. Ну и вот это вот интересно. Да. Тут вот еще интересная вещь появилась. С каждой дракой тут будет меняться все в игре очень сильно. Появляются какие-то новые вещи. Подать какие-то не самые новые вещи. Ну, перри сейчас подрались неплохо. Если бы еще в этом файте выжил Сайлент, было бы все вообще великолепно. Ну, Сайлент там просто на мужика до конца пошел с Феррари. Не, если бы он не убил Феррари... Ну, Феррари убил бы всех. Да. Тут еще... Проблема в том, что Феррари постоянно лупит по бешеному количеству минус армора, даже без Amplify Damage. Да. Там есть Dazzle и есть сам Феррари. Да. И резолюшены, и любые саппорты получают такие тыковины. Ну, собственно, на этом и была основана стратегия команды Invictus Gaming. И сейчас в лейте, когда даже в начале игры это заметно, в лейте это становится намного более заметно именно в масс-файтах. Что в масс-файтах, когда летит такой дэмэдж, это Presence of the Dark Lord, который имеется, да, плюс все под вивом, а вив-то все растет левел. Это то, что надо. Boom, there it goes. Ну и давайте ждать. Все уверены в своих хере. Все уверены в том, что именно их ну, герой мы понимаем, что перебьет керри, все, что можно. У нас в этой игре не Слардар. Далеко не Слардар. Керри у нас, конечно же, Сэф. Да, несмотря на то, что он стоял в миде, здесь он считается мейн керри Слардар, инициатор. Я не удивлюсь, если следующие артефакты появятся какие-то керасы. Возможно, даже Фекс когда-то придет к шестому слоту. Boom, что вообще происходит? Да? Да. Окей. Как скажешь. Ну, а ты по-другому это можешь описать? Не, ну я не знаю, как бы. Я не играл в Star Ladder. Финальный день. Матча за топ-3. Так что я сказать не могу. Что это? Вопрос в том, кто быстрее гриданет доминатор. Silent или Ferrari? Потому что это очень важно. И, судя по всему, это будет Ferrari. Ну, потому что, по-моему, это следующий артефакт, который нужен. Это да, Сатане. И тому, и другому. Потому что мы видели, как идут драки. Драки идут долго, бьют друг друга, и надо. Но вот по такой игре это будет однозначно Феррари. И тем более, что Silent так не делает. Да, Silent опять выбирает немного другой артефакт. Хотя... Ну, он отстает на этот артефакт, как бы, от Феррари, если что. Поэтому ему надо как-то, чтобы и Феррари его не пробивал. Миссал по нему, скажем так, немножечко. Но ему еще собрать непонятно когда. А Феррари уже почти готов. Феррари уже готов, я даже сказал. То, что надо. 36-я минута матча. Напомним, что это вторая карта. Счет 1-0. Империя имеет право на ошибку, но доводить все дело до решающей карты – это не самое лучшее дело. Да. Особенно против IG. И... Но вы понимаете, что последняя карта, когда ты проигрываешь вторую, это имеется маленькая, не маленькая даже, может быть, дизмораль. Бэтрайдер на луну. Итак, Сайлента пилят Сайлента, Сайлент БКБ, ультует Сайлент, сам отбегает, Фейт себя спасает, Сайлента высвопнули, Феррари всю стан это... Стан получает. А почему Феррари не стали бить? Феррари, да бейте же его, лол. Спрятал, ШД. Но в итоге мертв. Ой-ой-ой, как проседает Бэтрайдер, как проседает. Феррари минус маг. Хукшот. Чуань поймали. Чуань огромные травлы. Чуань тоже здесь умирает. Чуань тоже погибает. И это 2 в 4. Бэтрайдер еле живой. Вот это да.
Слушай, как там жил Сайлент? Я вообще не понимаю. Его вытащили, его пинали всей толпой, его не смогли высвопать. Не, он где-то выбежал сюда, вот здесь ультовал, потом лесными бежал сюда. Тропами там его какими-то. Били, он где-то вот тут бегал, там глывами тут того людей добивал, там какая-то вообще... Трэша-драка 2014 была. Резолюшн, у тебя есть... Вот. Почему ты не пошел? Он не хочет. В любом случае, драка-то получается в пользу Империи, хорошо. Ну как, если бы не умерла Луна, было бы сильно. Ну, если бы не умирала Луна, умирали бы все бараки, да, сейчас ты прав, и ты прав. Все-все-все. Ну, видим, линии подпушены. А, вот почему нет. Вполне все объяснимо. Но вот сейчас один маленький минус. Не у того. Да. Не у того. Надо было ждать. Но ждать страшно. Слушай, ну опять же, Резолюшн сейчас тоже очень весомый персонаж в драках. Достаточное количество атаки. Посмотри, что еще у него появляется в запаке. Да, я же говорю, я же людям показываю. Ну, надо будет продавать сейчас Медас. Чтобы он, опять-таки, ну, Медас бы не мешал. А у Сайлента тоже появляется неплохая штука. Остаточки-то. Ну, вообще, да, остатки сладкие. То есть, как бы, пригодится. И есть мнение, что пора бы Т3 Тауэр пойти бить. Сейчас. Ну, в ближайших 6 минут, я имею в виду. До фортификейшена. Да, во-первых, до фортификейшена, а во-вторых, до действия Агис. Ну, я думаю, Сайлент хочет все-таки... Как там? Шметерлинг? Шметерлинг. Да, добрать. Что он очень пригодится при заходе на хайграунд, плюс Shadow Demon сможет владеть его иллюзией, и там действительно начнется ужас, летящий на крыльях. And it's off! Ну и вот ребята начинают мутить то, что я и говорил. Тактику, ну, тактика иллюзорного боя. Четыре варианта называется. Иллюзорного боя. Ну смотри. Ну не то. Ну понятное дело, что не то, но... Но очень часто. Она же не отхилится. Да, согласен. Можно из 10 заходов ее убрать. А ее убирают с первого. Да, но Empire сейчас начинает давить. И сейчас поменялись команды местами. 5 минут назад было точно наоборот. Ты посмотри на графики. Да, графики очень серьезно изменились опять-таки. И камбэк команды Invictus Gaming был очень близок. Флая неплохо было бы подлечить. Он там красного Некра, если не ошибаюсь, жахнул. И... Урны у него нет. Урны вообще никого нет. Мех еще связать не хотят. Надеется, он так вылечится. Ну и вот, Монтастайл, иллюзии заходят на хайграунд. Они умирают, эти иллюзии. Ну... Ну, Тавр, да, Тавр не выиграет. 200 хп они снесли с этого захода. С ними просто надо было вместе зайти. Ну, то есть, надо просто дожидаться кулдауна, вот 45 секунд, и заходить вместе со всем. То есть, с пятью версиями. Не, нужны Некра, Некра по любому. Да, ну, понятное дело, с Некрами. Только так заходить, чтобы там SF, если ультанет, чтобы ему было неприятно, скажем так. Только так. Ну, видишь, они решили запушить на заходящих. Но пол хп снесли. А там. Почему нет? Ну, типа, ну не хотят. Ну, вот почему нет, вот почему нет. Потому что... Это... Ну, IG перестоят, они опытнее. Ну, как перестоят? Еще таких 5 заходов, вышка упадет. Либо придется врываться. Драться не на хайграунде своем для IG сейчас не самый лучший вариант. Ну, это да. У SF КБ все меньше и меньше. Ну, у SF есть сатаник. Зашли. Зашли. Этот пара тычек. Вверх, ворвался в Enchantress, закрывает Enchantress, включил Blade Mail. Чувань вытолкнул сам себя. Тут же Resolution прилетел в драку. Бэтрайдер в самой драке. Там Феррари! Феррари как отъедается! Феррари, ты смотри, еще как сатаник, он отжирается! Resolution, так, кстати, ВВФ, байбэк. Ну и Феррари кончается. Сайлент ультанул! Сайлент, как больно! Си минус! Феррари тоже минус, байбэк от Феррари, байбэк от ВВФа. У Кси нет байбека, ВВФ тоже умирает. Феррари один и Чуань второй. Два игрока команды осталось. Доносят бараки сейчас, ребята. Проюзили фортификейшн. Ты видел, как классно Мак закрыл когами Сайлента? Не мог его бить вот Слардар. Да, там просто перекрыл к нему проход. Эмпайр должны идти в мид прямо сейчас и не останавливаться. Есть Некра. Они уже погибли в файте.
Да не краб, пали смертью храбрых. Ну и начинает третью линию, то же самое, что делали там. ГГВП! Гел, next match, желает чувать. Ребята безумно просто рады, ты посмотри на них. Ну действительно, они к этому очень долго шли. Empire тренировались на протяжении, я уже не знаю, скольки времени. Это заслуженная победа. Никто не спорит, никто не ставит это под сомнение. Ну и они сыграли сегодня, ну, по-командному, намного хорошо. Empire, вы можете не снимать девайсы, вы остаетесь на сцене. Я думаю, это понятно. То, что через полтора часа начнется уже финал лузеров против команды Evil Geniuses. Первая элита китайской сцены за бортом. Три команды осталось в турнире. Топ-1 Китая, топ-1 Америки, топ-1 Европы. По-моему, все закономерно. International 3.5. Смотрите, какой он довольный. Смотрите на этого резолюшена. Какой он довольный. Попрыгай еще. Так, ну что, Степа, слово тебе. Я так понимаю, вижу Степу на сцене. Так что передаем слово Степану уже и потом нашей студии супераналитики. Ну что, друзья, отличная ситуация, отличная игра, все здорово, 2-0, я даже не хотел уходить, я хочу быть с командой, хочу прямо сейчас передохнуть, хочу прямо сейчас все обсудить. Но поздравлять пока не будем, забегать вперед не будем. Как все складывалось? И, может быть, вы внимательно очень смотрели, как будут действовать китайцы, потому что некоторые вещи просто взрывали зал. Имели ли план на игру или просто четко, здорово, слаженно, как всегда сыграли? Ну, по большей части просто играли в свою игру, то есть... В целом, против китайцев тяжело было подготовиться, так как, грубо говоря, первые играли против IG. То есть мы смотрели последние игры, то есть там по пикам, в целом боялись, чтобы вот они играли в какую-то конкретно агрессивную доту. То есть мы им, в принципе, ту же нагу старались там постоянно отдавать. То есть мы были готовы против нее играть, так как с нагой они достаточно пассивно как бы исполняют, и нам это на руку. То есть мы свою игру навязывать могли бы. Но получилось, как получилось. То есть они нагу сами решили не брать в двух играх. То есть мы брали своих героев по ситуации, хорошо отыграли, хорошо исполнили, выиграли. То есть нельзя сказать, что не готовились, все-таки готовились. Был в любом случае план именно против этой команды? Хотя бы небольшой? Небольшой, может быть, был, да. То есть, но он, по сути, как бы, ну, не пришлось задействовать, скажем так. Но был. Поздравляем, вы идете дальше. Пусть все получается, вот ваши аплодисменты. Ну а мы уходим в небольшую рекламу. После этого матч разберут аналитики. Первое место первого сезона Star Ladder. Давай, врубай все, сатаник, все, отжираться, как он от Свена отжираться, ты посмотри, это гудгейм. ГГВП Итальянс, чемпионы шестого сезона Star Ladder. Star Ladder TV представляет долгожданный LAN-финал девятого сезона в дисциплине Dota 2. 8 лучших команд мира из США, Украины, России, Швеции, Китая и Кореи, включая всех победителей турнира The International, Na'Vi, IG, The Alliance. Призовой фонд более 212 тысяч долларов США. 17-20 апреля. Игровой центр Киев Киберспорт-Арена. Не пропусти грандиозную битву за титул чемпиона Star Ladder. Let's
Sportbets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Sportbets.com – живой азарт и холодный расчет. Процессоры Intel, трансформер. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Хватит жить прошлым. Выбери Ultrabook. Sportbets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Sportbets.com – живой азарт и холодный расчет. Первого сезона Star Ladder. Давай, врубай все, сатаник, все, отжираться, отжираться, как он от Свена отжираться, ты посмотри, это Гудгейм. Гудгейм, это итальянский чемпион шестого сезона Star Ladder. Star Ladder TV представляет долгожданный LAN-финал девятого сезона в дисциплине Dota 2. 8 лучших команд мира из США, Украины, России, Швеции, Китая и Кореи, включая всех победителей турнира The International, Na'Vi, IG, The Alliance. Призовой фонд более 212 тысяч долларов США. 17-20 апреля. Игровой центр Киев Киберспорт Арена. Не пропусти грандиозную битву за титул чемпиона Star Ladder. Всем привет, дорогие зрители, мы находимся в студии аналитики. Как обычно для вас работают NS, Faker, Lost и Smile. Ну и только что закончился матч Empire против IG. Empire показали то, что они действительно хотят победить на этом турнире и переехали достаточно серьезных соперников, китайских грандов из IG. Что можете сказать про матч в целом? Ты знаешь, мы тут обсуждая, поняли, что IG на турнире обыграли только Na'Vi. Na'Vi обыграли только IG и MVP Phoenix. Получается, вот такой вот круговорот команд, которые заняли как раз. Да, что команды достойны друг друга. И они все. Поэтому, IG
конечно, безусловно, команда сильная, но, ну, видимо, на этом турнире они были не готовы. Моя ставочка, короче, не сыграла, что они выиграют тут всех. Притом не сыграла она совсем. Ну ты вообще против уже... Empire ставишь всегда и не играют вообще твои ставочки. В смысле? Ты как на Альянса ставил в прошлом матче. Не, ну Альянсы. Ладно, бог с ним с Альянсами. Но на IG я точно зря ставил. Что-то совсем плохо у них пошло. Ну, кстати, у нас все три победителя International-то уже вылетели из турнира и остались только... О чем это говорит? О том, что StarLadder, вот это уровень. Это говорит о том, что время подумать об инвайтов, кому их хорошо давать. То есть ты бы уже там кому-то не давал. Кстати, хочу заметить, опять 2-0. Да, у нас турнир какой-то 2-0, второй сезон, это проклятие, все матчи Best of 3 идут 2-0, финал был 3-0 в прошлый раз, ну, если не считать преимущество, которое было у Альянса в одну карту. Ну, что можно сказать тогда про первую карту? В первой карте, я слышал, ты, Дима, сказал сначала, что, в принципе, у IG-то пик сильный был, но... Но Empire их пик отконтроли дико. То есть IG обнаглели, причем обнаглели салат, пикают они чуть ли не до трех керри в каждом пике постоянно. А Empire, когда пикали стабильно, взяли хорошую мобильную связку с Дарксером и Сэнкингом, посмотрели так, посмотрели и поняли, что просто берем пятого клокверка, и того у нас четыре героя не зависят от айтемов, еще Луна, которая дает дикий прокаст, а у IG... Кентавр, которому нужен блинк, Ланая, которой нужно БКБ минимум, Дум, которому нужно БКБ минимум, Мирана, которая вообще ничего не делает без артов драки. И кто там был пятый у них? У них еще был Шаду. И Шаду Демон, который в драке, в общем-то, делает много пользы, если будет сильный кэрри. Но ее как такового не было, потому что все были разбросаны. В итоге Empire собрались и пошли давить. Но об этом мы поговорим позже. То есть в первой игре Empire отпикнули в Мессину. И опять великолепная игра от этой связки, которая вчера играла Сэнкинг плюс Дарксир. Агрессивнейшая связка. Вот, кстати, стоит заметить, что интересно, что вчера играли на Дарксире и Сэнкинге. Ну, Флайн Сэнкинге, он тут становится уже этим, мистер Сэнкинг. А на Дарксире ты играл Мак вчера, и у них отличные комбинации получались. А сегодня играл Резолюшн, и комбинации все равно получались, ну, так же отлично, то есть... Очень хорошее взаимопонимание, конечно, внутри команды у Empire видно. Там неважно, кто играет, очень легко им договориться о действиях своих, там, исполнить комбинации всякие. Что насчет лайнап, который поставили Empire, то есть Darkseer в мире? Я бы хотел поговорить как раз по поводу лайнапа IG. А. Мне вот очень нравится, это, мне кажется, это в будущем очень часто будет использоваться, сейчас это очень редко происходит. Вот... ДК вчера они продемонстрировали как раз, как это играется, когда ты на Easy Lane ставишь вот героя вроде Кентавра, он быстро фармит свой дагер, там к 8 где-то, к 9 минуте транквилы, и все, он идет гулять по карте большого левела. А туда ставится суппортом не дефолтный саппорт, а вот, типа Мипа, или как выбрали в этой игре IG Луна, он просто переходит на это Easy Lane и продолжает фармить, там подпушивать и что-то делать. Вот мне кажется, это вот будущее будет доты в этом. Играть будет через Easy Lane. А сейчас как играют? Нет, ну вот я такой, понял, сменой. Я хотел шуткануть, у меня не вышло. В общем, по-другому в будущем, когда кэрри вступает в игру седьмого левела, просто седьмой левел и пошел, а в это время творит пользу по карте, а другой герой уже набирает седьмой левел. И вперед. Что насчет вот противостояния, которое вспомнили сегодня у нас Empire, Darkseer в миду против Темпларки? Ну, как-то Resolution смотрелся не очень уверенно на миде, хотя, по идее, какие ошибки он совершал, из-за которых он не смог загнобить Феррари? По идее, Darkseer должен хорошо стоять линию. Ну, ты знаешь, как бы это зависит от... Там очень много на микро, короче говоря. То есть, в принципе, Ланай на самом деле не страдает от Дарксира, если делает все очень правильно. Ланай страдает, если она где-нибудь ошибется и подставится, например, каким-то образом под Дарксира, который там набежит на нее с щитом, а у нее там рефракшн будет, не будет, или, в общем-то, даже если он и будет, на каком-то четвертом уровне, скажем, такое происходит, просто Дарксир бежит на тебя и начинает бить. Но если ты такого не допускаешь, если ты держишь правильно дистанцию, то, Ланая себя хорошо ощущает. У нее все-таки дэмэдж, огромный дэмэдж, она все динает на Дарксир. Ну, Дарксир просто стоит, он как бы щитами пушит лайн все время, поэтому он может там чекать еще руны. Ну, то есть Феррари просто сыграл хорошо.
Вот все, не допускал ошибок. Плюс психологический фактор очень сильно повлиял после этого ФБ, когда он словил стрелу, и он далеко не уходил. Он кидал два щита, допушил спокойно, там аккуратненько чекал руны и сразу уходил в лес. Фактор Чуаня сыграл снова. Чуань тащил команду свою, но не дотащил. Да, в общем, на равном микро вы просто спокойно добиваете крипов. Дарсир как всех своих, Ланая как всех чужих, потому что у обоих повышенное количество урона. Я бы в целом отметил по игре то, что если глянуть на графики, 17-я минута. Вот по графикам видно, что все ровно. Вот был один загулявший дум, который пошел, направился. Если включите монитор, я это обязательно покажу. И тут у нас начались драки. Твой монитор вроде бы нельзя включить. Какая минута? Это скажешь, замечательно. Это 17-я минута. У меня уже другой реплей. Да, это 17-я минута, но в целом видно, что по 17-й минуте, что у Empire все ровно, и по графикам, и по экспириенсу вообще все один в один, но Empire банально в замесе сильный. То есть вот этот прокаст, который дает Луна, Сенкинг, DS и Clockwork, он силен. А у IG есть проблема. Первый — это кентавр, он прыгает вперед, но нету фолова. Он станет, и что? Максимум летит стрела по тьмы. Но и то ее можно кем-то заблочить, можно встать вперед, и в итоге IG стабильно ловили весь прокаст. Ну и надо признать, что Empire элементарно лучше смотрелись просто в драках. Да, то они есть, имели четкий план того, что делать ихними героями. Хорошо подраться — это не только иметь героев, которые хорошо дерутся, да, но это и хорошо и все кнопки нажать. То есть вот эти вот всякие комбинации вакуум плюс Станса Кинга, которые там были исполнены много раз, это... Вот Вилат показывал замедленным действие как раз момент, при вот хорошее исполнение вот этой всей комбинации на тир-3 Тауре. Там вакуум, стан, ульта. Да, тут блестящую ситуацию понимал Мак, то что первым прыгать ни в коем случае нельзя. Ставишь ты бьешь тауэр, и первым нужно прыгать IG. Если IG прыгают вперед, то нужно бежать всей команде, и Empire спокойно сейвит. Сейвит, и потом уже дают проказ не одного товарища, которого поймает Clockwork, а во всю движуху, которая набегает. Для Дарксира и Сенкинга это рай, когда на тебя нападают. И вот, пожалуйста. Ты ищешь этот момент? Empire просто прекрасно справились со своей связкой. Вот можно включить сейчас мой монитор, посмотрим еще раз этот момент. Вилат, правда, уже показывал, но кто-то, может, не видел, а кому-то будет еще раз приятно посмотреть. Флай здесь взял, кстати говоря, на самом деле рисковая позиция, очень рисковая, потому что здесь рядом стоит Shadow Demon, который нон-стоп кидает свои вот эти вот, как они там называются, штучки вот эти. Shadow Poison. Не дочекал. Да, и мало ли он там решил бы прочекать. То есть на самом деле, когда ты не видишь Сенкинга нигде впереди, я не знаю, но как-то напрашивается кинуть Poison. Вот заряжает Fly, прыгает. Здесь уже Дарксир, даже быстрее, чем Fly, дает вот такой вот вакуум прямо на стан по трем людям вместе с эпицентром. Сюда еще залетает Fly, моментально минус 3. Просто синхронно все. Идеально, да, синхронно. Это уже было добивание, потому что... Сказать добивание? 7500 вели по голде, это, конечно, преимущество, но все мы знаем, что это не такое. Я это назову добиванием, потому что с точки зрения пика у нас IG вообще ничего не смогли. Что мы видели? IG, Doom прожимает одно БКБ на 24-й минуте, и из-за того, что он прожал БКБ, IG не могут дефить Рошана. Empire спокойно идут и забирают Рошана, несмотря на то, что у нас ровно-ровно, счет приблизительно ровный. Empire в узком проходе делают все, делают свое дело. Макропира в узкий проход. Без макропира обошлось. Других прокастов хватило. И в итоге Empire пошли, забрали один тауэр, второй, третий. А IG смотрит на них со своими героями и думают, а как нам убить, то есть как нам драться? И было видно, что вообще никак. Надо было сплитпушить, но IG, видимо, это не решили сделать так. Да и вообще тяжело играть, когда тебя инициируют с одного каренжи. От первой карты можно переходить, я думаю, ко второй. Что можно сказать про вторую карту? Начнем, пожалуй, с пиков команды Empire и команды IG. Вот IG забрали своего любимого Бэтрайдера, на котором они, собственно, выиграли все игры, которые они, в принципе, выиграли в рамках LAN-финала 9-го сезона StarLadder. Но вот сейчас не зашло. И Чуантрес еще взяли. Да, и Enchantress для... Чуантрес. А Empire просто first pick Shadow Demon, и еще Вингой закрепили, два героя, которые контрили этого Бэтрайдера. Да, большую часть игры. На самом деле контра Shadow Demon и Вингой — это такая контра шаткая. То есть, может не получиться, не так просто на самом деле. Но у Empire очень много раз за игру получилось подсейвить там своих тиммейтов, которых увозил Бэтрайдер. Действительно отличная игра от суппортов Empire. Я вот
ну, не знаю, раз 5, если не больше, видел, как успевает винга там высыпать или что-то в нем подпрятать. В итоге тот, кого увозит битрайдер, он живет. И, ну, драка продолжается без минусов. Это, конечно, классно сыграно, Empire. Ну, не знаю, мне, в принципе, кажется, что Empire откровенно смотрелись, ну, просто сильнее IG, особенно вот в драках, именно вот командное взаимодействие в битве. А что насчет выбора артефактов, которые собирал товарищ Silent? Вот возникают некоторые вопросы к нему, почему Монта вместо БКБ. Ну-ка, Димон, расскажи мне, что он не терпило. Ну, вообще, Silent успех, да, то, что он собирал ДПС айтемы, и если бы все происходило по плану, когда только-только врывается в Луну, ее сразу свапают, ну, прям сразу, моментально, в секунду, она получает 0 дамага, то потом у нас магический проказ дает только СФ, ну, хотя такой достойный проказ, и Silent'у нужно убивать. Но, как мы видели по игре, не все гладко пошло, Silent у нас периодически был под прокастом и под станами Слардара, поэтому IG были близки к тому, чтобы кумбэкнуться. Но благодаря отличному тимплею, да и преимуществу, которое Empire уже набрали, все произошло замечательно. Да, был еще один момент, благодаря которому Empire эту игру начали переворачивать. Мы выяснили при его просмотре, что Illidan действительно не уступает китайцам ни в чем. По поражению БКБ? Нет, погоди, ты спойлеришь. Вот летит наш любимец Лоу на этом турнире, прыгает. Ну, БКБ как бы у него есть, но он такой, но... ты посмотри, он просто указал, тебе конец. Вот это А поражал бы БКБ, спокойно забрал бы. Здесь ты умираешь. Ну, поражал бы БКБ, я не знаю, что было бы, но точно не вот этот момент. То есть, на самом деле, если еще раз посмотреть, вообще непонятно, что Лу тут хотел, потому что вся его команда находится очень далеко. Да, Батрайдеру сбивает даггер как раз еще, ракетка очень хорошо. Да, ну вот. И вот так вот Лу влетел. Он только что купил это БКБ, может быть, он забыл, что он купил БКБ, но он купил его буквально там пару секунд назад. И тут умирает в итоге, ну, сам Лу и... Да вообще стоит отметить, и еще Лу. Феррари умирает. В кавычках, великолепную. И еще Чуань. Да, то есть... Отло. И, кстати говоря, размен был 2 в 3 в итоге. С первых минут он начал творить какую-то ахинею на карте, начиная с Фёсблада, потом он прилетел, умер на Фёсбладе. Начиная с первого дня турнира, в принципе. Ну, мы про эту игру поговорим. Там мы уже рассказывали про него. Потом он прилетает на мидл, опять умирает. И вот так вот всю игру, у него не знаю, что происходит. На конвейере. Ну, может, он просто, если все остальные игроки IG, они какие-то там опытные, Чуани всякие, Феррари, то Лу, я не знаю, кто такой, может, он прям нервничает. Ну, то есть, это игрок Rattlesnake бывший, насколько я знаю, ну, да. Не самый именитый такой, может быть. Мне кажется, он боится Чуани, он рядом с ним как раз сидит, он орёт на него постоянно. Ну да, возможно, он боится, что Чуани там откусит от него что-нибудь. Прям во время замеса, да? Ну что ж... Empire показали отличную игру. Есть ли какие-то еще моменты, такие ключевые драки, что ли? Так, подожди, надо посмотреть, как Лоу фидит на ФБ. Давайте посмотрим этот момент. Потрясающий. Фан-клуб, официально мы являемся фан-клубом Лоу. Да, смотри, вот как он фидит. Великолепно. В общем, маг немножко размят здесь. Ну так, на половину почти ХП. И вот Лоу поехал. Маг включает батарейку второго уровня и Лоу. Отметьте раскачку мага. Бум. Смотри, как он страдает. Это да, это вообще черти что. Мак, на самом деле, как он говорил, он сам хотел на них напасть еще до этого, как они напали на него. Он хотел, вот он реально взял нот чуть перемотать, просто показать раскачку мага. Вот, посмотри, у него, он не брал, обычно берут ракетку, да, ну, чтоб стоишь там, потерпливаешь, ракеткой крипов добивает. А он взял вторую батарею, и он хотел сам напасть под Sunstrike Invoker'а и убить кого-то. Ну да, он бы смог это сделать легко, вингу бы подловил на батарейку, засунул бы в коробку. Да, дазла. О, ну то есть дазл, да, и с санстрайком бы легко убил. Но в итоге фраги сами к нему как бы пришли под тавр. Отличный ФБ. Ничего не надо было делать. Что можно сказать по поводу, в принципе, состояния IG в целом, как они себя проявили на этом турнире? Ну, мы сказали, что они обыграли только Na'Vi и RockSkiz. Ну, а в целом... как? Два раза Na'Vi. Два раза Na'Vi. Как они смотрятся в целом на... про сцене на данный момент. В топ-10 бы вы их внесли или там чуть повыше? Ну, тут я уверен, Ярик знает общий расклад, потому что все-таки он за ними наблюдает, Ярослав. Да, я их фанат. Ну, а я думаю, они наберут свою форму еще скоро, и все будет. На интернешнале буду опять на них ставить.
Ну и серьезный разговор нужно зайдет. С керри командой провести, конечно. Да, ну возможно, да. Возможно, что стоит подумать насчет вот парня с ником X. X, он же Ло. Он же Ло, да. Почему они так любят Никиси? Да фиг его знает. Но потому что из того, что мы видели, команда работает, но есть один паренек, который не жмет, который куда-то врывается, который что-то делает, который да, то есть... подставляется под все. Вот, вот ну, Скелетон Кинг зашел разочек, было хорошо. Ну, то есть, да, общая ситуация как? IG потели всю игру, дали айтемы Слардару, он в итоге эти айтемы вынес, пошел один куда-то, умер и всю команду. Ну да, очень напоминает такой, ну, я не знаю, папчик, что ли, знаешь, где вот у тебя кэрри, он фармил, а потом такой, все, парни, я врываюсь, пошел, умер, без байбека, и ты проиграл игру. И ты думаешь, зачем вообще, что происходит? Да, кстати, еще бы я добавил, что по игре IG, на самом деле, второй игре слишком рано ну, файты драться пошли. Все-таки у них был Слардар, SF, Бетрайдер с Блэкинг Баром и Дазл. И с такими играми, если затянешь игру, то Луну под минус там 35-40 армора в глубоком лете ты будешь пускать ко дну. Но в итоге, как было видно, что IG самим не имелось. Они постоянно хотели инициировать первыми, нападать. И вот те драки, когда вроде бы все хорошо, Бетрайдер прыгает на Луну, уже ты, ну, нужно прыгнуть и дать убежать. Ну, в файте, если бы у меня работал монитор, там было видно, как сначала SF бьет Луну, потом он на нее забивает, прыгает Ло в вингу инвокера, говорит, Феррари, пошли, сейчас будем их убивать. В итоге они бьют и инвокера, и вингу, и там кого-то еще. В итоге Сталин просто выходит из, ну, из ульта этого, убегает, а потом еще и полкоманды убивает. То есть вообще абсолютная дискоординация. Да, это было, драка на меде, да? Это было, да, 36-я минута, вы просто посмотрите драку. То есть вытягивают Луну, и все, бей ее. То есть даже если ее свапнут, ну вот это вот контра Шаду Демон Вига, не страшно, она будет мало хп и не войдет в драку. Но вместо этого IG вместо того, чтобы фокусить одного героя, решили фокусить всех сразу. И... Ну, давайте посмотрим. Да. Вот подошли сюда Empire. Да, стоит Silent один просто спереди. Возьми и бей его. Прыгает Бетрайдер. Прыгает Бетрайдер. Утаскивает уходит, его. Не уходит, успевает среагировать. Тот выходит Феррари, начинает его бить. Все, прыгает с Слардару и продолжит дальше свой чейн-контроль. Слардар прыгает сзади вообще, застанил двух типов. И говорит Феррари, пошли, месси давай койлы, нюки. В итоге Луна, на которую даже не повесили амплифайер, она просто убегает. Тут бегает туда-сюда, ульту во всех раздает. И в итоге там никого не убили. То есть, если за лосо Бетрайдер никого не убиваешь, то, мягко говоря, этот герой уже... только кидает стаки. Обычная дискоординация просто в драке. Да, да, это конечно. Лу даже не повесил минус армор на Луну, хотя Луна это самый главный герой в команде Empire. То есть она вносит тонну дамага и нужно ее жарить. Ну-ка давай смотреть еще раз за Лу, куда она вообще минус армор тут вешает. А он инвокер повесил. Смотри, вот прыгнул он, прыгнул, врубил БКБ. Причем он разворачивался, он прыгнул, заставил... Боже, с каким дилеем он еще врубил это БКБ? Это пипец, что он творит? Смотри, он прыгает. Да, он куда-то прыгает, поехал. Поехал обратно, и вот так. А Луна просто подвышка стоит, пол столба уже. То есть, ну. Повесил в инвокера. Да, он сразу на него прыгнул, бы сразу. А потом просто бегает в Блэкинг Баре. То есть, видите, он просто бегает туда-сюда, туда-сюда, и один Феррари дрался в драке. Ну, это. И он дальше. Поставь, пожалуйста, плеерс перспектив, да, и посмотрим просто от его лица, как это происходило. И я могу сказать, это всего лишь один момент, вот, ну, лучше сначала, это всего лишь один момент из того, что в игре происходило. То есть, если Empire все делали потрясающе, реально вот давили, то IG как 50 на 50. То так, будет, то будет так. Кого-то кэрри бить, то вообще никак. Подожди, а почему вот у меня не работает твоя? Прощелкни героя. Ну да. Да, вот. Нет, у меня все равно почему-то не работает. Щелкни на него. Вот он бегает, видит Луна, убегает, бежать. А, что, убежала? А, черт, ладно, станчик, так, бежим. Назад, все, отступаем. А, Феррари, куда что? Сейчас помогу, братан. На минус армор. И кого же бить? Никого а, нету. Куда налево, направо, вперед, назад. То есть, Сакэри Слардар за всю драку, по-моему, сделал один удар, это когда в начале. Хотя ситуация была проще. Бей Луну, и все, нарать кликом. Да. Да, вот на Скелетон Кинге было просто там. Да, он отпускал просто руки, наверное, нажимал, стал кидал и все. Кто-то бьет, умираю, ладно, и реинкарнация. Да. Я уверен, что IG надо призадуматься над поведением своего новичка, да, провести воспитательные работы, потому что надо улучшать себя. Обязательно. Ну что ж, следующая игра у нас будет Empire против ЕГЭ, которая начнется в 4 часа по киевскому времени, в 5 часов по Москве. Ну, мы пока с вами прощаемся на время и вернемся к вам уже с предматчевой аналитикой. Никуда не уходить.